Добрый день всем. И вот, наконец-то, вот этот поединок Максим Черский против Саши Андреева. Сможет ли Черский выиграть Сашу? Вот это самая большая интрига, которая сейчас есть. Почему? Вот так, разрывчик, как обычно. Почему? Потому что вчера я наблюдал такую картину. Черский просто с феноменальным стартом чуть не затянул Сашу. Но гряда вот таких... неудача у него была на протяжении 90-й категории. То есть его рука соскочила, и он, ну, понятно, и дожал. А тут, блин, это играет большую роль. И вот настал сегодня день, посмотрим, сможет ли Черский. Потому что я уверен, что Черский что-то может. Так как, блин, как я вот вчера говорил, что, скорее всего, он готовился на Сашо. Он хочет всех удивить. Сейчас посмотрим, сможет ли. Так, момент X. Воу! Да! Да! Смотрите, смотрите, смотрите! Офигеть! Вот так-то, что я вам говорил, а? Вот так-то, вот так, Черский красавчик. Не Прудник! А то вы Прудник сошел, блин. Черский. Вы знаете такого Черского? Алло, забыли его или как? Круто, да, пацаны, блин, пишите в комментариях, так же вы рады или нет, блин, я рад, пипец, как, достойно уважения, блин, лайк, блин, однозначно, ну, супер, круто.